Что касается самих дискуссий, как я уже отметил, современная ситуация сильно на них повлияла. Это не только с точки зрения логистики, поскольку сам путь до Женевы, кстати, о Женеве, Швейцария далеко уже не нейтральная страна, как мы все видим. Это тоже сильно усложняет ситуацию. И сама логистика, она сильно усложнилась. Сам процесс тоже усложнился. Более 50 встреч уже прошло. Тот документ, о котором мы говорим, готовим совместно с российскими партнерами, это документ, юридически обязывающий документ о неприменении силы Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии, он не подписывается нашими оппонентами. Естественно, отсутствие такого документа очень сильно осложняет ситуацию. Нет гарантий. И в этих условиях, конечно, нам надо все вместе хорошо думать и совместно планировать все наши действия.